Сход граждан собрал активных жителей Зайцева поселка, которым не безразлична судьба родного микрорайона. После общих вопросов перешли к тем, которые поступили в администрацию города еще до встречи. Ответ держал председатель комитета по ЖКК Андрей Большаков. Обращались, значит, у нас жители с переулка Енисейского, конкретно 31-й дом, значит, просили отсыпать асфальтной крошкой в летний период грунтовую дорогу. Дорога отсыпана. Также просили отловить бродячих собак. Отлов бродячих животных был произведен. Говорили на сходе граждан и о программе формирования комфортной городской среды. Сейчас идет отбор заявок на участие, и каждый житель города может внести свои предложения. Кроме того, жители микрорайона высказали просьбу усилить меры безопасности на пешеходных переходах. Мы просим на перекрестке, как на проезде Куйбышев, снять кирпич, знак и разгрузить проездную улицу. Потому что там наставили пешеходные, но мы там ходить не можем. По одной единственной причине, там фуры летают. Вопрос было решено вынести на ближайшую транспортную комиссию. Среди решенных проблем – открытие аптечного пункта на территории одного из магазинов Зайцева поселка. Договоренность по этому вопросу достигнута. Все вопросы жителей, которые не нашли решения на месте, были взяты на контроль соответствующими структурными подразделениями администрации города. Татьяна Елисеева, Анжелика Бровинок. «Наше время».